Находимся город Балашиха, шоссе энтузиастов 1А. По-моему, так, да, адрес называется? Да. Вот. Здесь такая компания есть, называется «Профполимер». Так вот, 3 часа они мне кружева плетут, что товар сейчас будет, но по факту это похоже на обыкновенное кидалово. Сейчас мы попробуем разыскать помещение 56. Незаметный скрытый ящичек, причем он весь пустой. То есть по факту я нахожусь правильно, только как выбрать вот все, что здесь нажать, непонятно. Ну, сейчас будем пытаться как-то прорываться. Помещение 56. Ну, нет здесь такого 56. Нам никто не открыл. Девушка выходила, и мне удалось зайти. Вот здесь вот ничего не написано. Идем дальше. Оказались на 3-м этаже. Большое здесь пространство. Ищем помещение 56. Вроде идем в правильном направлении. О, какое пространство. Футбол гонит. А, все, я нашел вот. Здравствуйте. Здравствуйте. Присаживайтесь. Вы на тепличный... Слушайте, меня со времен школы так не динамили, как вот сейчас вот это было. Ну, давайте присаживайтесь. Ну, без скандала, без всего. Документы на вас готовы, ну... А товар-то где? Товар сейчас приедет. С производства. Ну, у нас тоже есть свои определенные какие-то... Я вчера, между прочим, вашего менеджера, или кто, я не знаю, предупреждала, что раньше 12, во-первых, это не будет. Вы уже с 11 тут стоите. Ну, у нас тоже... Я с 10 здесь стою. Ну, понимаете, если бы мы... Я с 10 здесь стою и с 10 вас ищу, потому что ничего вообще нету. И вот как я вас нашел, не знаете? Еще раз, я вам хочу сказать, вы наемный сотрудник или вы работаете? Вам-то какая разница, вы с какой целью-то интересуетесь? Я интересуюсь целью, что сейчас не надо, ну, тут с наездами выступать, потому что есть сайт, на сайте есть схема проезда. Ну, и человек, который компетентен, который делает у нас заказ, мог бы эту схему проезда вам распечатать и дать. Нет? Она чтобы у меня вы есть. Искали. А в чем проблема? Склад ДИЛ, там все написано. Вы его долго искали, когда вы мне позвонили? Вы на складе ДИЛ сидите? На складе ДИЛ сидит начальник склада. Я сижу в офисе. Ну, я еще раз говорю, вы со мной так не разговариваете. А с кем я должен так разговаривать? А со мной... Вы ни с кем здесь... Вы так можете дома разговаривать. Серьезно? Здесь не надо так разговаривать, да. А что вам не нравится-то? То, что вы меня кружите 3 часа, что ли? Я вам сказала, что это производство. Я вчера сказала, что раньше 12 отгрузки не будет. Да вы 3 недели назад должны были привезти этот товар. Ни черта вы не понимаете. Слушайте, я предлагала вернуть деньги. Не надо мне тут записывать. Это мое дело. Я снимаю свою жизнь, слушайте, понятно? И не по вашей вине, и не по моей вине. Вы попали в это шоу. Концерт. Цирк. Да. Взрослый мужчина. Так серьезно? Вы занимаетесь? Серьезно. А почему вы не звоните своему руководству? У меня есть задание. Какое? Которое я должен выполнить. Николай, ну, знаете, очень неприятно. Пришел ваш водитель, снимает тут на камеру. Я, конечно, все понимаю. Ну, у нас с вами какие-то там вопросы, проблемы. Ну, я такой цирк впервые в своей жизни наблюдаю. Человек приехал на производство, понимаете, он что-то с меня требует, что-то меня записывает.
Ну, дальше что? Ну и все. Вот на этом все и кончилось. Ну и кончилось. А что кончилось? Сейчас мы пойдем все равно с вами на склад, можете дальше снимать. Поснимаю, конечно. Не, ну а что за... Я за 50 лет вообще первый раз такое отношение вижу. Подписывайтесь на мой канал, человек чаще будете видеть такой цирк. Понимаете, он пришел на меня, орет, как бы. Я, да что вы говорите? Но я тоже человек, я не его жена, что он со мной так разговаривал. Нет? Видео будет лежать в общественном доступе, да, и все прекрасно увидят, кричал я на вас или не кричал. Правда? Да. Вы себя компетентно вели? Я себя вообще корректно веду. Когда люди корректно заходят в офис, они спрашивают сначала человека вот здесь, вот, а не заходят туда. Ну, поверьте мне, я тоже очень компетентный человек. Ну, мне дальше что делать? Товар отпустить. Ну, я, можно не с вами буду разговаривать? Вы водите. Хорошо? Я буду разговаривать с людьми, которые... Да вы не моя начальница, чтобы мне указывать, понятно? Тем более, тогда выйдите и ждите там. Ну, мне дальше что с ним? Что с ним делать? Вы слышали? Что с ним делать? Вообще просто улет. А я через другой вход входил, где не написано ничего. Не может. Может. Будете смотреть видео, посмотрите, откуда я зашел. А что видео? Мы что-то у вас украли? Вы время у меня украли. А это время не я у вас украл, люди, которые вас нанимали. Серьезно, что ли? Да, у меня есть тоже разговор, где написано, что мы 12 только вас готовы. Денислав. Здравствуйте, а вы на работе? Алло. Потому что мы якобы его время задержали. Здорово. Пришел в кабинет к нам. Орет. А? Ага. Короче, блин, сейчас будете ржать, короче. Вон, видите, где электро, буква Т, открытое окно. Короче, у них там офис. Чтобы в него попасть, это нужно было аж вон с торца того здания подняться, короче, посмотреть. И на самом деле кабинет не подходит. Вот, и это. Они меня заблокировали. Типа, товар больше я здесь в этой фирме получить не могу. Вот. Потому что требую права свои. И типа заставили другого приехать человека с офиса, чтобы он получил права, ой, этот товар.